начале года вносили решение о направлении средств по стимулированию социальному развитию района, и общая сумма была 6 924 000 рублей. Значит, в том числе были предложены работы по проведению ремонта в помещении досугового центра садовника, если помните. Когда мы уже с вами все согласовали, начали прохождение всех этапов по формированию лотовой документации, префектура смогла, изыскала возможность эти помещения включить в свою программу по ремонту помещений.